спокойно. Да. Давайте. Где твоя член комиссии? Где голова вашей комиссии? Сейчас приди, голова. Вот член комиссии, который вы давали. Так, да. Ну, чтобы я, чтобы не было, что я не приснялся, как будто Юрий Анатольевич, он наш на особо практичном парке пригласил. Моя фамилия Танская, Тамара Иосифовна. Очень приятно. Очень приятно. Статья 3. Документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство, засвідчує місце проживання виборців на місцевих виборах, є перше. Паспорт громадянина України. Так? Тимчасово посвідчення. Ми потребували, он показав. Паспорт. Держав в руках. Или лицом. Когда? Да ты сидел, вот сюда. Он говорит, показывал, говорит, не показывал. Вы сами сказали, что нет. Правильно, с рук нет ни мелкого. Паспорт, руки чужие, никогда не видели. Члены избирательной комиссии имеют право привлечь к колесу умиление людей, мешающих вам голосовать. Я просто не знаю. Это документально, нигде ничего не записали. Вы сами сфотографировали, что она давала подписаться. Ну расписался, что? Расписался за бюллетень. Подошел, я не оскорбил, придурка. Я не понял, а в чем дело? Тихо, давайте не будем. Наряд, я же сейчас поеду, там как испанцев проверим. Я вообще не понимаю, потому что у меня рассказ. Я вас не понимаю. Не он, я вас не понимаю. Я вас никак не звоню. Да не на вас, а вы. Я вам говорю, как человек подошел. Человек сказал о том, что вы выбрались, вы что? Показал вам паспорт в закрытом виде. В закрытом виде. Я списался, потому что мне не двигались. А где свидетель? Хорошо. Добро. Я бы сказали, мы рассмотрим ее. Свидетели, когда вы говорили, свидетели сзади. Я не была, я подошла. Вы мужчины? Мужчины, если есть нарушение, Маша, нет, пишите жалобу,